Всем привет! Сейчас мы прокатимся в лес, поищем весенние грибы и попробуем их приготовить. Далеко не сразу удалось найти эти грибы. Как видите, они растут возле упавших деревьев. Это строчки гигантские. Они почти не содержат яд герометрин, в отличие от строчков обыкновенных. Стрички обыкновенные попадаются гораздо чаще, но их готовить я не рискну. В случае крайней необходимости можно приготовить и их. Важно выварить не менее 10 минут, слить отвар и промыть, чтобы удалить яд. Кипяток яд не разлагает, важно именно удалить отвар. Решил сходить к реке, пока лук не зарос. В прошлом году был здесь летом, пройти не решился из-за высоких зарослей. Неожиданно встретилась гадюка, грелась на песке, еще маленькая, убежала сама.
Далее приготовим строчки гигантские. Заранее скажу, что грибы на любителя, собирать их приятнее, чем употреблять. На этом всем удачи, досматривайте до конца. Пока-пока.